Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение Псалтыри царя Давида. «Господи, помяни царя Давида и сокрутость его». И мы будем читать 51-й псалом, который имеет всего 11 стихов. В синодальном переводе он имеет надписание начальнику хора «Учение Давида после того, как приходил Доик и Думенянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха». Значит, причина надписания этого псалма – это преступление вот этого Доика, который приходил в дом Ахимелеха. Это было селение священников, куда приходил Давид, и Ахимелех помог ему, дал хлебы, дал меч Голиафа, а вот этот Доик, такой предатель, как мы в семинаре таких называли, Науха-доносора, то есть который доносит начальство в уши, он пошел и как бы настучал на Ахимелеха, что тот принял Давида в это селение, оказал ему помощь. Это как причина на написание этого псалма, и Саул приказал избить всех священников с их женами и детьми, и осуществился геноцид против этого селения священников по научению этого Доика. Надписание этого псалма по Септуагинте почти совпадает с тем, как мы видим в синодальном переводе, но здесь будет немножко так. В конец, то есть тут какие-то пророчества, в научение Давида, когда пришел идуменянин Доик и возвестил Саулу и сказал ему, Давид пришел в дом Ахимелеха. И, собственно, начало этого псалма. «Что хвалишься злобой сильной, беззакония во весь день?» Об этом событии рассказывается в первой книге царей, 22 глава. И вот первое как бы такое вопрошание, как бы оно обращено к этому Доику. «Что хвалишься злобой сильной, беззакония во весь день?» Здесь есть некая сложность, и мы посмотрим, какой возможен другой перевод. «Что себя хвалишь злом, герой?» То есть под знаком вопроса. Сильный – это и богатырь, и герой какой-то. А в чем же геройство этого Доика? В том, что он пошел и настучал на всех вот этих священников, и эти люди погибли вместе с своими детьми и женами. Четвертый стих. «Неправду выдумывал язык твой, коварство его ты сделал как бы наостренной бритвой». А разве Доик говорил неправду? Да, он говорил неправду. Почему? Разве Ахимелех не помог Давиду? Да, помог. Но Ахимелех не знал, что Давид был в гонении от Саула. И мы не знаем, как бы поступил Ахимелех, если бы он это знал, потому что Давид сознательно скрыл от Ахимелеха, вот этого служителя, что он в бегах от Саула, и все выглядело, как зять царский посетил селение священников, и о нем позаботились. Поэтому Доик наговаривает, когда говорит, что эти священники как бы участвовали в сговоре с Давидом,
и составили некое коварство против царя Саула. Неправду выдумывал язык твой, коварство его ты сделал как бы наостренной бритвой. Наостренной бритвой, то есть изощренное коварство. Это имеется в виду. А Афанасий Великий, Феодорит Кирский, вот эта наостренная бритва, они предлагают такое объяснение: и губишь им своим языком, как наостренной бритвой, людей невинных, то есть тех, которые не заслужили такого отношения к себе. И далее. Ты полюбил зло более, чем добро, неправду говорить более, чем правду. Ты полюбил всякие гибельные речи, коварный язык. Гибельные речи, имеется в виду, что речь Доика погубила весь род Авимелеха. Об этом пишет Феодорит Кирский. «Зато Бог истребит тебя до конца, исторгнет тебя и переселит тебя из селения твоего, и корень твой удалит с земли живых». Да, действительно, мера того, как мы относимся к другим, она может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам. «Увидят праведные, убоятся и посмеются над ним», то есть над этим Доиком, «и скажут: вот человек, который не поставил Бога помощником себе, но понадеялся на множество богатства своего и укрепился суетою своею». То есть этот человек, Доик, он руководствовался не волей Бога, а он более надеялся на свое положение при царском дворе. «Я же, как маслина плодовитая в Доме Божьем, уповал на милость Божию во век и век века». И далее уже обращение к Создателю: «Буду исповедать тебя во век за то, что ты сделал». Имеется в виду, что Господь воздал злом этому нечестивому Доику. «И буду уповать», то есть уже и в своем случае, «что ты меня не покинешь, на имя твое, ибо оно благо у преподобных твоих». Ну, как в Библии сказано, что для верующего имя Божие – это крепкая башня, и правильно делает праведник, когда укрывается в ней. Давайте посмотрим, как это звучит с еврейского дословного перевода. «Что себя хвалишь злом, герой? Милость Божия со мной весь день. Пагубная твой язык помышляет, как нож отточенный творит обман. Ты зло любишь больше добра, ложь больше, чем говорить праведное. Ты любишь все речи гибельные, обманный язык. Так и Бог тебя разрушит навечно, Он тебя уберет и отторгнет тебя от шатра твоего, и искоренит Он тебя из земли живых». То есть не только тебя, но и в твоем лице, и твоих потомков. «Увидят праведные и устрашатся, и над ним они посмеются», над этим нечестивым. «Вот муж, кто Бога не полагал своей твердыни и доверялся своему богатству великому, укреплялся в своем пагубном». Вот это был Доик, который, не уповая на Бога, надеялся на свое положение при царском дворе. «А я, как олива свежая в Доме Божьем, доверяюсь я милости Божией вовек и вечно. Тебя благодарить буду вовек, ибо ты содеешь, и надеяться буду на имя Твое, что благо пред милостивыми Твоими». То есть здесь Давид говорит о том, что он будет вовеки надеяться на имя Божие, и пред
волей Бога, он будет смиряться, но он не ищет погибели другим людям, он ищет спасения другим людям. У него были качества настоящего духовного лидера. И вот этот псалом – это как бы приговор Доику и торжество справедливости Божией, которая воздала негодному доносчику по его доносу.